Массовая драка произошла на автобусной остановке. Оттуда рабочие ежедневно отправлялись на стройку. Однако в то утро добраться до рабочего места им было не суждено. На остановке их ждали. Обвиняемые подошли к ним и начали сбивать. Около двух десятков граждан, среди которых были и женщины с детьми, также находившиеся на остановке, чудом не пострадали. Кроме этого, в ходе драки участники переместились на проезжую часть, мешая таким образом движению общественного транспорта. С полученными травмами потерпевшие обратились в травмпункт, откуда и поступило сообщение в полицию. Как удалось выяснить правоохранителям, потерпевшие знали своих обидчиков. Ими оказались учащиеся техникума. За день до происшествия они пытались затеять с рабочими драку в одном из парков поселка. Однако строители не поддались на провокацию и ушли от конфликта. В ходе следствия были установлены личности нападавших. Это 7 жителей поселка Осиново в возрасте от 20 до 25 лет, двое из которых ранее судимы за кражу и грабеж. Двое из них объявлены в федеральный розыск в связи с тем, что скрываются от следствия. Организатор драки сейчас заключен под стражу. Еще один участник преступления будет дожидаться суда под домашним арестом. Остальные 3 человека находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. В скором времени хулиганы предстанут перед Зеленодольским судом. Екатерина Нерушкина, Максим Голубцов и Максим Зуйков, эфир 24.